Привет, мои любимые. 25 января 2021 года. Времени где-то, чтобы не солгать, часа 3 ночи. Вот. Я пришла на кухню. Не знаю почему. Кушать я не хочу. Просто, наверное, чтобы поговорить с вами, что ли. Увидела плиту, которую мы с вами вчера мыли. Посмотрите. В общем, всем похрен. Нету такого, что человек засрал и тут же убрал. Всем пофиг. Потому что это все он считает, что не его. У него все это в голове. Так же, как та бабушка, которую я сегодня смотрела видео. Мне прислали видео, а там бабушка так открывает холодильник. А у нее вообще там, ну, мышь повесилась, как и у меня, впрочем. Ничего вообще в холодильнике нет. И она стоит и начинает плакать. Вот, потому что у нее в голове этот страх, эта жалость к себе и так далее, и так далее. Очень много всего в голову приходит, чтобы все это рассказать. И как-то на кого-то пожаловаться. На правительство, на еще что-то, потому что все мы заложники того, чему нас научили. Понимаете? Нас с детства учат, что нужно кушать 5 раз в день, иначе ты умрешь. И человек начинает в это верить. И вот как эта бабушка, если у нее нету там покушать, она сегодня один день не ела, на следующий день она умирает. Но это я, конечно, утрирую, но все равно я примерно так объясняю. Вот. У меня радость, кстати. Поздравьте меня. Сижу чуток, потому что, правда, спина болит. У меня сегодня моя Катюха мне написала. Реально, она мне, наверное, с полгода назад, или когда я вам говорила, обиделась на меня, потому что... Ну, потому что я немножечко начала расширять ей сознание, а вернее рассказывать правду, как на самом деле было. Она мне говорит, ты меня типа бросила, ты меня не любишь, мне папа все рассказал. Вот. И я ей начала говорить, что это неправда, что я ее не бросала, что я ее очень-очень-очень люблю, что она моя любимая дочечка. Вот. А папа кэзэб, а кэзэб это значит лжец по-арабски. Она говорит, ля инты кэзэби, говорит, нет, ты вруша, ну типа брехло. Вот, и я почувствовала энергию, что у нее конкретно блоки стоят, понимаете? Ну естественно, так же как и у меня с детства, очень много всяких всевозможных блоков было, с которыми я справилась, с которыми я еще не справилась. Вот, например, какие-то вещи мне пишут комментарии. Не помню, как эту женщину зовут. Правда, забыла. Мне пишет, зачем ты показываешь свое лицо? Ты вообще некрасивая, не надо себя показывать. Но это твое мнение, тебе не нравится, ты можешь не смотреть, закрыть глазки, просто слушать. Если ты слушаешь, если тебе интересно, пишешь мне комментарий. Вот. Да, я не замазываю лицо ни тональным кремом, никакими другими кремами я не пользуюсь. Я не пользуюсь помадами там и... Что там, как оно там все называется? Тенями, тушью, еще чем-то. Но мне это абсолютно нравится и устраивает. Вот. Но я не считаю, что я некрасивая или красивая. И это вообще не важно. Я божественное творение. И такая, какая я есть. И я знаю, что я самая совершенная, самая прекрасная здесь, сейчас. Вот. А то, что она говорит свои какие-то страхи. Значит, ей кажется, что она... недостаточно красивая, она себя не показывает. И у нее вот такие вот
страхи и комплексы. Но я не об этом, а о том, что моя младшая дочечка Катя не общалась со мной полгода, вообще удалила из WhatsApp свою страницу, а сейчас опять ее как открыла или возобновила, или как там оно, и написала мне первое. Она мне прислала котика, кошечку. Я ее спрашиваю, Миннайда, говорю, кто это? Она говорит, это кошечка моя, а котик мой. Я говорю, это девочка? Она говорит, да, откуда ты знаешь? А я говорю, ну, я маленькая, когда была собачница и кошатница, и все, я сразу вижу по котику, это девочка или мальчик, и по собачкам также. Вот, ну, не всегда, но очень часто. Она говорит, да, да, девочка. Я говорю, а сколько ей, полгодика где-то? Она говорит, да, ровно полгодика, откуда ты знаешь? Вот. И как-то завязался разговор. Я ей начала рассказывать про свое детство, там, про что-то. Она потом мне пишет, Афон, ну типа, прости меня. Я ей говорю, не надо, солнышко, зачем ты просишь прощения? За что ты просишь прощения? Она говорит, я тебя обидела, я не все знаю, я маленькая была. Я говорю, солнышко, ты уже совершенно другая. А то, та, кто обижал, была совсем другая девочка. А то, ту, кого обижали, была совсем другая мамочка, тетя. Она говорит, так она там зависла, сколько-то там мне не писала. А потом пишет такая, я никогда не думала так, как ты мне рассказала. Говорит, может быть, ты правда права, а я все, ну, типа, с одной стороны, там, монеты все вижу, и все, мне научили с детства, вот. Ну, в общем, она как я вообще, у нее, она может психануть и надуться, и еще что-то, а потом все равно ее это не отпускает, она думает. Вот Осман, он не такой. Он, да, пошло оно, и все, и забыл. У него нет такого, что он там. Он первое время там переживает, может даже ногти кушать, еще что-то переживать. А потом все даже не вспомнит. На второй день у него спрашиваешь, он говорит, что? Нсит, ну типа забыл. Вот. А Сусу, он тоже не такой, как Катя Соломон. Он очень боится обидеть, боится ранить. А она вот как ежичек, она может там, не знаю, там обидеться, психануть, что-то там сказать, всякую гадость, а потом сама от этого страдать. Вот. А Сусу никогда не скажет, никогда не обидит. Он такой, как девочка, нежненький, такой спокойный всегда. Вот Катя со старшей Сыркой, они очень так характеры у них похожи. Ну, как Ирочка в детстве какая была, вот такая примерно. Я помню, как она меня все время отчитывала. Я ее так поставлю на стульчик, ей 3 года. Одену фартушек, она стоит, моет посуду и меня ругает. Говорит, да посмотри ты на себя. И так психует, и бросает ложки. И говорит, ты же взрослая женщина. Тебе там 20 сколько-то лет. А ты ведешь себя как маленький ребенок абсолютно. И в общем, меня там отчитывала конкретно. Вот. Не знаю, у кого это набралась она такого. Вот такой характер у нее. И у меня иногда было такое чувство, что она старше меня. Я в свои там 24. И она в свои там 3,5 была жестче меня и конкретнее. Она меня получала, что я не так себя веду. Вот там что-то соседка там что-то на меня кричит, а я стою, улыбаюсь. Она говорит, а что ты ей не врезала там? Или еще какие-то такие вещи, понимаете? Вот такие вот детки. И это целые вселенные, целые миры. За ними так интересно и приятно наблюдать. Вы просто не представляете. И в то же время иногда понимаешь, что все это я вообще в каждом их взгляде, в каждом поступке, в каждом слове, везде я присутствую так же, как и они во мне вообще.
Вот такая у меня болтанка, что-то нашла, почему-то захотелось с вами поговорить. Эту бабушку в видео увидела, которая открыла холодильник и рыдает, что у нее нечего кушать. Ну так, благодари, тебе не 5 лет, ты дожила уже там, я не знаю, до 75, до 80, и Бог тебя сохранил и кормил в этом теле, и все. Ну, как-то сейчас, наверное, такое время, что все. Вот какие-то все программы заскорузлые, и все это очень-очень быстро перестраивается. И поэтому вот такие люди, которые вот застывшие в своих знаниях, и иногда неправильных, они очень-очень-очень так диву даются, что происходит. Как Брежнев, который на партсобрании проснулся и говорит: «Идея!» Все ему кричат: «Какая идея, Леонид Ильич?» А он говорит: «Идея, нахожусь!» Вот и они так. Они сейчас в новых этих энергиях, эти люди, буквально как не в кислороде пребывают, а абсолютно в другом, в каком-то, в другой консистенции. И еще на них понадевали эти намордники, и еще им трубят с их вот этих телевизоров, если даже они соцсетями не пользуются. Всякие страхи, всякую ложь нагнетают. И, естественно, этим людям очень-очень-очень непросто. Поэтому, мои хорошие, будьте подобрее с ними, с пожилыми, с мамочками, с бабушками. Им, правда, сейчас не очень легко. Я люблю вас, мои хорошие. Не знаю, захотелось с вами так вот поболтать. Просто даже не знаю, как видео назвать. Люблю вас. Волшебной ночи. Спасибо, что вы есть.